Ежегодно в немецком городе Ганновер проходит международная выставка ковров. Производители со всех стран мира, это около 2000, съезжаются на ярмарку. Среди них и молдавское предприятие «Ковари Унгень». Какое именно место оно занимает в общем зачете, определить трудно. Но то, что «Ковари Унгень» входит в число 50 лучших мировых производителей, это факт. А ведь в середине 90-х «Ковари Унгень» находилась в кризисе. И лишь благодаря приватизации, а затем и последующему переоборудованию начался подъем. К тому же предприятие работает в свободной экономической зоне, что тоже вносит свою лепту. Это немножко позволило нам сэкономить на оборотных средствах, что касается платежей НДС на импорт сырья. Немножко снизила нашу себестоимость затрат. Соответственно, потому что все сырье, которое мы используем в производстве, это импортное сырье. Творческий процесс создания рисунков – дело кишиневских специалистов. А вот изготовление ковров проходит исключительно в Унгенах. Все начинается с производства пряжи. 2 года назад мы перешли на новую технологию производства чисто шерстяной пряжи. Значит, используем молдавскую шерсть, но больше всего используется, где-то до 80% используется новозеландская шерсть. Около 90% ковров от унгенского предприятия уходит на экспорт. В нескольких зарубежных странах «Ковари Унгень» уже открыла свои представительства. Здесь внимательно следят за последними тенденциями ковровой моды. Рельефные узоры на мировом рынке появились совсем недавно. Маркетологи «Ковари Унгень» быстро подхватили эту идею. Спрос есть. Мы сравнили в других магазинах, где мы видели ковры. Мы видели там турецкие, сейчас очень красивые, такие тоже с... Не знаю, как правильно называется, такие ручная это вырезка, резка или как она называется. А по цене тут намного лучше по сравнению с ним. И тут качество, тут 100% шерсть. И сервис хороший. И сервис хороший, и выбор. В центральном магазине, который находится в Кишиневе, выбор сделать действительно непросто. Около 2000 разновидностей рисунков. Плюс качество на любой вкус и кошелек. Шерстяные, полушерстяные, синтетические. Уйти отсюда без покупки сложно. А индивидуальный заказ по индивидуальному рисунку теперь прерогатива не только официальных учреждений и солидных бизнесменов. Иногда мы идем даже на месте. Очень много наших... К нашим покупателям мы домой идем, смотрим их интерьеры. Есть у людей, которые большие дома, у них 7 комнат. Конечно, обязательно наши менеджеры едут домой, берут заказы. И в течение от месяца до 3 мы выполняем эти заказы. В прошлом году «Ковари Унгень» исполнилось 25 лет. И даже в успешные 80-е предприятие не работало с такой производственной загрузкой, как сейчас. Ирина Пивоварова, Владимир Букатко. Специально для программы «Резонанс».